Совершенное преступление – это, безусловно, провокация, направленная на срыв нормализации российско-турецких отношений и на срыв мирного процесса в Сирии, который активно продвигается Россией, Турцией, Ираном, другими странами, заинтересованными в урегулировании межсирийского конфликта. Ответом на это может быть только одно – усиление борьбы с террором. И бандиты это на себе почувствуют.